подход по работе с захватом. То есть меня, допустим, схватили, хватай. Меня схватили, ну и некоторые ребята работают там, раз, тут что-то поработать с этой вот там, где-то прижать, там где-то дернуть, вывести. Все это хорошо. Но видите, у меня сейчас не работает, он тяжелый. Мне надо запускать какие-то другие моменты, какие-то другие механизмы, чем выпендриваться. Значит, есть захват. Как мы на него работаем? Можем работать на конечность, сделать дяде больно. Что-то сломать, что-то крутнуть. Крутящие моменты, очень резкие движения, которые повреждают суставы. Это один момент. Второй момент. С помощью вот этой вот связи мы начинаем передавать движение, ну, допустим, на всю конструкцию, да, там, к примеру, его двигать. Создав здесь палку, мы начали его двигать, ну, к примеру, выполняя какую-то тактическую задачу. А можно работать на него. Или, то есть, не работать на руку, а работать уже на него в тех моментах, где мы достаем. То есть вот здесь и нужен. Хотя вот комбинаторика и переходить с одного на другое тоже никто не запретил. Так вот, подход какой? Я воспринимаю это не как вот захват, который меня сковал, а я это воспринимаю как помеха, которая стоит между мной и моей атакой. И поэтому не это препятствие, которое мешает мне полноценно его атаковать, надо убрать. Сорвать его с себя, сбить в сторону. С помощью этого его куда-то сбросить, а выйти в атаку на него. Понимаете? Ну, как пример, да? Я отсюда смотрю. Меня схватили. Я уже могу его атаковать. Видите? Я уже могу его атаковать. Здесь могу атаковать. То есть я не решаю вопрос именно как освобождение от захвата. А я решаю вопрос, мне он нужен, иди сюда. Видите? И я уже ему начинаю задавать там какие-то там моменты со своей атакой. Вы поняли о чем? И вот этот подход, он начинает сразу решать вам многие вопросы. То есть вот у меня вот такая техника, там не получается сделать какое-то действие. Да я не буду на ней циклиться. Мне он нужен, а это помеха, а я уже в него влез. Видите, он меня раз схватил, хоп, и сам уже залез в него. И сюда залез, и сюда залез, и сюда залез. И уже на него начинается моя работа. Поняли? И ноги. Он меня держит, допустим, я не достаю до него, здесь достаю. То есть я ему дал где-то и пошел. Не пытаюсь сейчас освободиться, а я пытаюсь его сделать так, чтобы он перестал меня держать и привести его в менее работоспособное состояние. Понятно? А вот сейчас поработаем как раз то, что связано с ногами, но через пару захватиков и пойдем.